Первая причина просто значимость вот этой части, этой составляющей жизни. Мне не очень нравится формулировка «вторая половина». Хочется Раневскую Да, процитировать. Раневская говорила, да, половина есть у таблетки и у попы, а я целая. Имей человека, который тебя поддерживает, который о тебе заботится, о котором ты можешь заботиться. Для мужчины вообще очень важно, о ком ты заботиться. Потому что ну, зачем ты все это делаешь, если ты это делаешь не для кого-то.